Игроки красноярского клуба «Енисей» стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе национальной сборной. Большое спортивное событие завершилось накануне в Ульяновске. Нашу команду в сборной представляли 6 игроков и тренер Сергей Ломанов. Именно красноярские хоккеисты внесли весомый вклад в российское золото. В финальном матче соперником нашей страны стала Финляндия. Уже к 7-й минуте встречи российская сборная вела в счете 2-0. Мячи забили лучшие бомбардиры команды Сергей Ломанов и Евгений Иванушкин. Финские игроки попробовали ответить тем же и создали в первом тайме 2 стопроцентных голевых момента. И, к счастью для голкипера Романа Черных, мяч в обоих случаях миновал створ ворот. А вот игроки российской сборной свои моменты реализовали более эффективно. До конца первого тайма еще 2 голами отметился Сергей Ломанов и 1 Алмаз Миргазов. Вторая половина встречи выдалась менее результативной, но такой же яркой. Команды обменялись голами. Итоговый счет 6-1 в пользу сборной России. Наша команда стала 10-кратным чемпионом мира. Добавлю, что золотые медали российские хоккеисты завоевывают 4-й год подряд.